Что, привет? Так, ответы на вопросы получаются. Перед этим я хочу вам сказать, что буду проводить сейчас розыгрыш «План питания от Жоры». Чтобы участвовать в этом розыгрыше, надо поделиться в Фейсбуке и ВКонтакте этим видео и поставить под видео комментарий «План питания от Жоры». И тогда ты участвуешь в этом конкурсе. Победителя выберу в среду. Какое число, я не смотрел, какое-то число, ну, короче, в среду. Сейчас вот видео выйдет и в среду тогда. Там я сделаю еще одно видео, скажу, кто выиграет. Так, вопросы, кто задавал, я их выписал на листик. Ну вот, сейчас начну отвечать. Кофейку бахну чуть-чуть для энергии. Первый вопрос. Какой процент жира реально поддерживать круглый год, если занимаешься 3-4 раза в неделю без фармы? Это неправильный вопрос. Без фармы, да? Ты думаешь, что фарма, она тебя высушит, да, будешь сухой? Нет. Диета тебя высушит. Диета, кардио и силовые. Фарма, она тебе просто вспомогательная. Ты чуть неправильно задал вопрос. А так все реально, только тебе придется целый год сидеть на диете. Халтурить иногда, но это очень редко. Чтобы быть сухим, надо всегда сидеть на диете. Ну, смотря какой у тебя тип тоже телосложения, ты можешь быть худой от природы, ты будешь сухой всегда и есть там все подряд. Ты можешь быть толстый, ты можешь на диете даже сидеть и все равно толстым быть. Есть разные типы людей, да, тела, да, мезоморф, эктоморф, эндоморф. Вот. Все это реально, да, сидеть на диете и быть сухим там круглый год. Но это лучше так не делать. Лучше там набираешь одно время, ну там отдыхаешь, там ешь все, что хочешь. И какое-то время сушишься. Ну, вот как у тебя написано. Или все-таки традиционально набор зимой и к лету сушка. Вот так вот намного лучше. А так все реально. Ну, процент жира держать долго. Ну, я бы не смог, для меня это нереально. Я люблю пожрать. И у меня есть цель, то соревнования, там, или к лету, или сфоткаться куда-нибудь. Вот это можно высохнуть к этому. А так просто сухим весь год, нет, это нереально. Всегда хочется что-нибудь пожрать. Так, первый вопрос закончен. Второй вопрос. Насколько реально совмещать занятия в тренажерном зале с ударными видами спорта? Какие плюсы, какие минусы? Да все реально совмещать, почему нет? Только там другие тренировки совсем в зале. Не бодибилдерские, не пауэрлифтерские. Там какие-то взрывная сила должна быть. Там, наверное, на раз быстро только чук веса. Короче, это не ко мне обращаюсь к этому, но это реально. Все реально, вкачиваться. Сейчас многие спортсмены вкачиваются. Ну, если ты тяжеловес, тебе обязательно зал нужен. Если ты легкий вес, там, ну, легковес, тогда вообще зал там не нужен. Там в основном своим весом все любят. Без железок почти. Ну вот. Вот второй вопрос. Так, третий вопрос. Тут у тебя пример подражания, да, в бодибилдинге. Да нет у меня таких. Я просто за ними слежу, там смотрю, кто как вкачивается. Смотрел за каждым почти, кто как ест. Я просто смотрю на них, и там, как они тренируются. Что-то сам пробую, беру от них. Ем там, как они пробуют. А так, чтобы прям фанатеть от кого-то, нет у меня такого. Вот третий вопрос. Так, четвертый вопрос. Что думаешь про тестобустеры, трибулус и так далее? Работает переоценка? Если ты в натураху, без всяких супервитаминов, то если у тебя свой тестостерон чуть-чуть там занижен или такой средний, то он тебе поможет. Если он у тебя и так мощный свой, я думаю, он тебе вообще нисколько не поможет. Я думаю, больше нужно там или восстановиться, там чуть-чуть его поднять. Я думаю, так переоценен, конечно. Но это для меня так, я не знаю, как на самом деле. Это мое мнение. Вот четвертый вопрос. Так, пятый вопрос. Куда? Пятый вопрос. Из-за травмы есть ограничения в весах в зале. Можно будет
можно будет прийти в форму без слишком жестких тренировок. Так, из-за травмы. Наоборот, лучше всего качаться на маленьких весах. Большие веса, в принципе, так, не очень нужны. На маленьких весах даже лучше качаться. Травму точно не получишь. Да и ты написал, да, можно ли накачаться без слишком жестких тренировок. По мне, слишком жесткие тренировки – это тренировки на маленьких весах. Ты просто выносишь себя полностью, когда на маленьких весах, на многоповторке. А когда ты на силовых, ты особо не так устаешь. Мне кажется, так даже лучше качаться. Так что качайся на маленьких весах, многоповторка. Вот. Пятый вопрос. Так, ну что, шестой вопрос. Кстати, расскажи, меняешь ли программу тренировок на разные группы мышц или придерживаешься постоянства? Я меняю тренировки тогда, когда уже чувствую, что все уже мышца привыкла к этим упражнениям. Надо что-то поменять. Но это примерно, я думаю, 2 месяца у меня на одну программу уходит. На сушке я меняю вообще каждый день, у меня разная тренировка. А на массе, если я массу набираю, или полусушка, да, ну, к сушке, когда подходишь, тогда еще, считай, на одной тренировке почти, на одной программе. А когда сушка, ты уже все, каждую тренировку новое упражнение придумываешь. Там лишь бы закачать и удивить мышцу, да, стресс ей сделать. Вот так, вот шестой вопрос. Так, ну что, седьмой вопрос, самый интересный вопрос. И самый мощный. Как набрать массу? Как набрать массу? Надо жрать очень много жрать. Качаться постоянно, жестко очень. Семью любить и друзей не предавать. Вот и все, весь секрет. Просто углеводов побольше поставь себе. Белка где-то 1,5 грамма на килограмм, углеводов грамма 3-4, там 5 можешь даже. Делай поменьше тренировок, не каждый день, там 3 раза в неделю, или 4 тебе хватит на массе. Больше отдыхай, перед повторением, подходами тоже больше отдыхай. Силовых больше тренировок делай. Вот и масса пойдет. Если масса не идет, значит ты мало ешь. Вот тебе. Так. Восьмой вопрос. Как относишься к гейнерам с якобы сложными углеводами? Я вообще никак не отношусь к гейнерам. Я гейнер вообще не ем. Потому что я от него толстый становлюсь сразу. Я не верю, что там прям сложные углеводы. Там просто сахар, я уверен, какой-нибудь. Не, ну есть гейнеры по-любому нормально. Если ты худой, тебе гейнер по-любому надо жрать. Если тебе никак не помогает, там, типа, корону ешь, там, углеводов много и все равно не набираешь, добавь себе гейнер. Это я так про гейнер говорю, потому что мне не надо, я от него наберу с такой скоростью и жира наберу. Так-то гейнер нормальная штука, если ты дрищ. Так что ешь гейнер. Восьмой вопрос, да, я сказал, ешь гейнер. Я имел в виду, если ты дрищ, ешь гейнер. Если не дрищ, не ешь гейнер. Девятый вопрос. Большая ли нагрузка на колени при приседе ниже 90 градусов? Я думаю, большая нагрузка, когда вес большой у тебя. Если вес у тебя небольшой стоит, сделай побольше повторений, меньше вес, нагрузки особо большой не будет. Но если у тебя с коленями проблема, попробуй поменяй упражнение или попробуй поменяй положение ног. Надо все пробовать, через врача пройди. Если у тебя беда с коленями, может, даже тебе и приседать не надо. А так, я думаю, ниже 90 градусов особо на колени не ударит. Наоборот, лучше даже. Че, все? Ну вот я и закончил отвечать на вопросы ваши. Тогда участвуйте в конкурсе «План питания от Жоры». Ставьте комментарии, делитесь видео. Буду делать еще видео для вас. Спасибо за просмотр. Всем пока.